Арапова Людмила Ивановна. Стихотворение Константина Симонова, самый первый. Рассвет. Еще не знаем ничего. Обычное последнее известие. А он уже летит через созвездие. Земля проснется с именем его. Широка страна моя родная. Знакомый голос первых позывных. Мы наши сводки начинали с них. И я недаром это вспоминаю. Не попросив помог ни у кого, сама восстав из пепла войн и праха, моя страна, не знающая страха, шлет ныне в космос сына своего. Мы помним все, ничто не позабыто, но мы за мир, всерьез, для всех, навек, и выведен на мирную орбиту, с природой в бой идет наш человек. Волнение бьет, как молоток по нервам, не каждому такое по плечу. Встать и пойти в атаку самым первым. Искать других сравнений не хочу.